Nothing. Но это был южнокорейский теплица, барлық уақытта микроклимат ұстайды, 24-25 градус температурасында ұстайды, да, қаншама пленка болсын, не болсын, трех слойный, да, қысқа да ішіндегі слой бар, сыртқа күнгі де слой бар, да, осының ішінде біз В рамках 64-го шага плана нации Ельбаса в 2015 году был принят закон о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, в рамках которого с 2016 года фонд науки при Комитете науки Министерства образования и науки был определен оператором по реализации гранта финансирования проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. На сегодняшний день в рамках данной бюджетной программы по Казахстану реализуются 152 различных инновационных проекта по различным секторам экономики, в том числе проект, единственный проект, к сожалению, Мангыстауской области, именно по внедрению технологии контейнерного способа выращивания древесных культур. Суть данной бюджетной программы является в том, что государство дает уникальную возможность нашим казахстанским ученым, рационализаторам, инноваторам внедрить свои научные разработки в различные сектора экономики за счет бюджетных средств. Сумма гранта составляет для реализации одного проекта до 300 миллионов тенге. Срок реализации проекта до 3 лет. Также необходимо отметить один факт, что для каждого проекта грантополучатели привлекают средства со стороны бизнеса. Мы считаем их как софинансирование. Например, для этого проекта, который реализуется в Мангыстауской области, сумма гранта составляет порядка 93,7 миллионов тенге, а привлеченные частные инвестиции со стороны представителей бизнеса Мангыстау составляют 32 миллиона тенге. То есть здесь получается такой симбиоз представителей науки и бизнеса для получения совместного коммерческого дохода. Сейчас и мне.